Сработала кнопка пожарной сигнализации, зафиксирован пожар в одном из отрядов. В детском оздоровительном центре имени Деева прошли учения по пожарной безопасности. Сразу после сирены срочная эвакуация детей. На выход из здания не более минуты. Хоть это только учение, воспитанники осознают важность таких мероприятий. Тренировка помогает отработать четкий алгоритм действий в случае пожара и спасти жизнь. Данные профилактические мероприятия со стороны отдела надзорной деятельности организованы в каждой смене. При проведении профилактических мероприятий проводится как отработка эвакуации, так и инструктаж обслуживающего персонала. Значит, на каждом отряде у нас имеется система оповещения по пожаротушению. И после сработки данного оборудования дети эвакуируются в определенное место. После тренировки по эвакуации организаторы подготовили не менее увлекательное занятие. Для воспитанников лагеря провели игру-эстафету. Первоначально они поучаствовали в викторине, где продемонстрировали знания по пожарной безопасности. Дети будут проходить через задымленный коридор, будут настоящими огнетушителями тушить условный пожар в противнях. То есть почувствуют и попробуют на себе роль сотрудников пожарной охраны. Ребята побывали в роли диспетчера, принимающего звонки, переносили раненого на носилках, развертывали пожарный рукав, а затем тушили настоящий пожар. Все действия нужно было выполнить на время. Мне очень понравилось такой адреналин, потому что хочется победить, и это работа на скорость. Я не думала, что это настолько сложно. Надо прям быть очень быстрым, сориентироваться уметь. Подобные учения проводятся ежегодно. В этом году они приурочены к 95-й годовщине основания органов государственного пожарного надзора. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.